помаду, оргазм, смели за сутки. Американский бренд-производитель косметических средств NARS выпустил помаду под названием «Оргазм», которую покупательницы смели в течение первых 24 часов. Об этом сообщает Метро. Увлажняющий бальзам для губ появился на сайте Sephora с описанием «Персиковый розовый с золотым блеском» в понедельник, 21 мая. К концу дня у онлайн-ритейлера не осталось ни одного экземпляра. Она идеальна. Она делает губы сияющими без липкости и более пухлыми. Это мой новый святой грааль, поделилась впечатлениями о помаде одна из поклонниц бренда. Я пользовалась Диаур годами, но он был недостаточно увлажняющим, а этот, просто прекрасен. Он не скользкий, не липкий, ложится на губы великолепно. Более того, у меня практически бесцветные губы, поэтому легкий оттенок – это то, что нужно, добавила вторая. Компания NARS, выпускающая косметику с 1994 года, была основана французским визажистом Франсуа Нарсом. В 2015 году лицом бренда стала британская актриса Тильда Суинтон. Среди показов, которые обслуживаются с помощью косметики NARS, Александр Уанг, Ирдрм, Кристофер Кейн, 3.1 Филлер Плим и Радарти. Летом 2017 года NARS представил новую коллекцию средств макияжа, разработанную совместно с актрисой Шарлоттой Гинзбург. В линию Шарлотта Гинзбург for NARS вошли фирменные тинты NARS для губ и лица, тени для век, хайлайтер Hydrating Glow Tint, карандаши для губ и век и набор кистей. Больше ада и странных новостей в TELEGRAM канале, лента дна. Подпишись, перейти в мою ленту, новость размещена на сайте вседоски.com. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.com.